Ну что, разбираться к проекту. Да, это та самая игра. Да. Это Forza Horizon 4. Которую уже сколько? Лет 8, да? В каком году? 18-го это вышло? Вроде да, сейчас посмотрим. Итак, сегодня мы начинаем с вами играть в игру, которая 6 лет уже, блядь. Но я хочу просто посмотреть, что это за игра, в принципе, там есть прикольные режимы. Я уже прошел начало даже, да? Чуть-чуть начало прошел, там где-то идут переходы всякие, с самого начала, кто знает, тот помнит, да? Вот. Не знаю, могу ли я сейчас заново пройти это, но, скорее всего, нет, потому что я уже пробовал там как-то в стиле, ну, в стиле как-то что-то удалять, не удалять, ничего не получилось, к сожалению. Вот. Ну, если получится, в следующий ролик увидите с самого начала, как мы проходим ее, да? Но сегодня. Сегодня мы с вами поиграем в очень интересный режим. Ну, как вот мне вот сделать, да, обратно, чтобы я вот заодно все проходил? Ладно, поиграем мы с вами в режим, посмотрим, что за режим. Называется вышибал. Я в него уже поиграл раза два. И мне вот интересно, что это за режим. Все-таки, да. Потому что режим реально очень интересный. Режим очень, ну, прикольный, как по мне. И чтобы в Horizon 5 не тупить, нужно поиграть в Horizon 4. Почему, Саша, поудобнее? Надевайте бредик обязательно. Причепить кофе или псевдоперного просмотра. Мы, собственно, начинаем. Так, ух, что за ля-ля, да? Что за ля-ля там? Ой, бля. Так, мы с вами дома. Да, выйдем отсюда, ладно. Короче, я говорю, я прошел чуть-чуть, прям вообще чуть-чуть, то есть с самого начала, где-то времена года, собственно, у нас с вами. Что за хуйня? Короче, где у нас с вами времена года, грубо говоря? Там нужно погонять, короче, на разных машинах. И пару гоночек я все-таки прошел. Пару гоночек я все-таки прошел. Давайте даже вместе посмотрим с вами, какие гоночки прошел. Ну, короче, вот тут я прошел гонку. Здесь. Ну, вот здесь, естественно, вот эти два. Как называется, это были фестиваля. Здесь прошел гонку, здесь и здесь. Все, больше, по идее, нигде. Да, больше нигде. Вот, ну мы с вами в иллюминатор сейчас поедем, собственно. Чего бы нет. В целом. Если у меня получится, я на этом аккаунте попробую. Ну, у меня аккаунт это Xbox-ский подключен здесь. И я попробую на нем как-то сейчас сделать, чтобы заново начать проходить игру. Если же, блин, не получится, то тогда придется взять другой аккаунт, новый, пройти в нем пролог, то есть до сюда, да, докуда я сейчас прошел, и потом продолжить уже на своем аккаунте, грубо говоря. Это так вот правильно. Посмотрим. Ты просто сам поиграем вышибалку, да. Я тебе говорю, вышибалку поиграем. Поэтому, да, пока я еду, сажусь поудобно, да, блядь, где-то кучу. Чё? Ещё прям не покушать, мне чипика пить, я просмотра. Но мы с вами, собственно, посмотрим сегодня, что за режим-то, да? Что сегодня за режим-то такой? Это Supra! Прикольно, как это называется. Что это вообще за автобонусы? Ну ладно, блять.
Опа, Will Spin. Что? О, Civic Type-R. Нормально. Нормально, нормально. Так, давайте заберем приста и не буду... Нет, не хочу крутить сейчас. Я хочу сейчас вот поиграть в шибауты. Поехали, да, найти. О, интересно получится, интересно, конечно, будет интересненько. Интересненько, конечно, будет. Да. Ну, пока ждем, что. Пока ждем. Как придется, тогда так, собственно, мы сразу и начнем. О, ну что, вот она и начинается. Собственно, сама по себе это вышибала ваша, да? А все грязно, конечно. Чат здесь есть что-то. Давай уже быстрее начинайте. Вот, мини-кутер. Погнали. Я не шарю, где нужно там спауниться, нигде. Я хера знает. Вообще, я игру два раза все же поиграл. И все. И все. Так, ну давай, знаешь, куда? Я думаю, давай вот сюда вот все-таки. Вот сюда с тобой переместимся. Такой мини-городочек. Там 100% должен быть дроп. 100%. Так, смотрим, сразу. Опа, что-то есть, что-то есть, что-то есть, слышу. Nissan GT-R! Сюда же с противником поедем, поехали. Ну, конечно, не семерочка, да, не пятерочка, но тоже неплохо уже. Поехали за ними. Сейчас будем вышибать. У, ты там чел тоже гонят. Но он поехал, видимо, за тем. Ладно, пусть он. Там всего лишь двое. Поехали потихоньку в зону. Может, что-нибудь еще найдем. Я максимум, ну, четверку, да? Да, на четверке катался. Все пока что здесь. Да уж. Поехали в зону хотя потихонечку, то что вот зона у нас с тобой, вот она. Бля, деревья, лес. Ну хорошо, вот тут где-нибудь объехать все это дело, вот так вот, вот сюда поехать куда-нибудь. Ну поехали, ладно. Таких хуй никого здесь, блядь. Как всегда, под лесом снова объезжаем. Лес, потому что нам не нужен с тобой. Видите, пока вот я говорю, если зашел, конечно, это четвертая часть, они все не используют, когда, наверное, побольше сейчас по онлайну, да, там. Ой, бля, пизда! Не словить бы дерево, не словить бы дерево. Хвалил. Вот был бы в гонке, конечно, было бы жесть. Бля, да, песочек, конечно, не очень, но ну, ладно. Я уверен, что пятая часть, конечно, получше с ним, кстати, дела с онлайном и тому подобное, да, но тут тоже как бы. Ну поехали, чё. Мне кажется. Ну там. Поехали, блядь, чё мне сам нашел. Бля, главное не въебаться, пожалуйста.
Пожалуйста, мужик. Ну, конечно, естественно, блядь. Естественно. Так, вот это бы мне... Бля, долбоёб. Что я делаю? Быстрее! Меча гонят, да? На сублансере. Сосёшь. А, он не прейзи, блядь. Ну, тогда понятно, тогда ББ, ребят. Хотя все может поменяться, считаете, но... Да еб... Ребята, третий раз только лишь играю. Я пока локации ничего вообще не знаю. Она, блядь, не рулится нихуя, блядь, машина. Но все, он выиграл 100%. Я пока только не дарю здесь. Но сейчас раскручусь, подождите. Но он, собственно, выиграл, да, уже? Ну да, я думаю, да. Ну да. В целом, вернулся же до конца не играть, ну, блядь, ну это пиздец. Взял он свою голову для Skyline, нахуй. Ну все, нет, все. Самое плохое, что видишь, здесь ты появляешься, и здесь по факту, блядь, не с кем гоняться. Ну, вижу, там два челика проехали, все, остальные хуй знает где были. Ну ладно. Пройдена квалификация зимний сезон. Вот это да. Но этого я не буду проходить, пройдем с вами на видео 100%. Давай сразу next запустим, потому что мне это уже надоело. Что это такое? Ну я говорю, третий раз всего лишь играю, поэтому, блин, сейчас попробую разъебать жестко. Реально. Ой. А, блять. Сейчас попробуем с вами разъебать все это дело реально в игру. В плане, блядь, попробуем выиграть хотя бы вышибали один раз, да? То есть, ну, дойти там, не знаю, до десятки. Было бы неплохо, на самом деле. Ну, блядь, с учетом того, что я играю, блядь, четвертый раз. Сейчас ты четвертый раз буду играть только эту сессию, блядь. Как бы... Хуй его знает, на самом деле, знаете? Фиг его знает, что там будет, и все. Ну, посмотрим, сейчас посмотрим. Congrats! You've qualified for Horizon Winter Season. Conditions and competition will be fierce. Бля, вот где тут лучше всего спавнится? Мне кажется, либо вот в этом городе как раз ты спавнится лучше, либо где-то вот на этом хайвейчике, да, вот на вот этом хайвее. Может быть. Но давай мы вот раз с тобой попробуем, знаешь, где-то спавнится. Мы здесь спавнились, да? Попробуем сюда спавниться. Ну, а здесь внизу где-нибудь попробуем заспавниться. Вот сюда поедем как раз в эту сторону. Как бы было бы, знаешь, неплохо там спавниться, потому что... Ну, вот как раз сейчас меняется уже... Сейчас запустится уже сессия, собственно. Попробуем там сюда внизу все-таки заспавниться. Мне интересно, что там. Я пока говорю, я пока не шарю. Опыта ноль в этой игре, блядь. Понимаешь, она даже не пройдена нихуя, поэтому... А какой тут вышибали говорить-то? Да, бля, тут, конечно, лес, это забейте. Так, мини-купер берем и погнали вниз туда, где я отметил. Сейчас посмотрим, сейчас все будет. Сейчас все будет. Ну, сейчас все будет. Быстрее-то, грузят-то, ёба! Где я говорил? А, вот здесь. Давай-ка вот здесь в начале прям. Спавнимся с тобой, посмотрим, что там вообще по луту. Пока изучаем карту и тому подобное. Блять, ну в лес как бы не хочется, знаете, ехать сейчас и гоняться. Так. Не понял. Бля, вот. Погнали. Мне кажется, здесь вот справа тоже есть лут. Мне так кажется. Да вот будто хейнш все его заберут, если, блядь. Вот это же пизда, а все. Что? Броулер какой-то, блядь. Боулер. Нихуя. Ого. Ребят, шестой уровень. Впервые. Ёпта. А, ну это рейндж, блядь. Ну сюда, нахуй. Ну
теперь я готов гоняться, ребятки. Шестой уровень, прикинь. Шестой. Мы не можем проиграть с тобой. Мы с тобой не можем проиграть. 100% не можем проиграть. Как бы. Что бы там ни было, мы с тобой не можем проиграть. В целом, видишь, он даже по бездорожью нас с тобой набирает вообще изи. Да, еще бы деревья не ловить, это было бы вообще прекрасно. Поехали, вон там я вижу, тут по карте я вижу, что где-то вот здесь чел. Погнали на него сразу же. Погнали сразу на него. Тихо-тихо. Вот, видишь, поймал дерево. Бля, ну урезай, прикинь, шестой уровень сразу выпал. Шестой. Не, мы сегодня обязаны выиграть. Сегодня обязаны выиграть, 100%. Знаешь, как говорится, зашел первый раз в форсу, блядь, вышибал, как говорится, сразу выиграл, понимаешь? Ну, бывает такое, бывает. Ой, ну чел, я вижу, здесь у нас с тобой правее есть. Ну, блин. Ну, как будто мы с тобой не займем сегодня, да, никакого места, блин. Из этого леса, надо, конечно, погнали отсюда из этого леса, потому что меня он бесит. И столько деревьев здесь забей, но здесь просто вот, ну реально, проиграть как нехер можно. Погнали по дороге, как раз вот так, туда вперед поедем. Возгоняем, поиграем там. Так, где-то вот там чел у нас. Погнали туда. Вообще, что это вообще, блин? Так, подожди, а мы едем сейчас куда? Блин, возле леса. Нам бы по-хорошему вообще отсюда бы уехать, знаешь? Так, а там у нас что? Там у нас... А, ну, в принципе, ну, вот сюда будет, скорее всего. Погнали вот сюда, краски сейчас к челикам, вот сюда. Куда-то вот сюда поедем сейчас. Вот сюда к ним. И у нас, скорее всего, вот сюда будет куда-то гонка. Да, мы посмотрим. Ну, блин, я никого не могу найти. Что за фигня вообще? А еду за ними, они пропадают зачем-то, блин. Никого не могу найти. Вообще никого. А, здесь чел, кстати, в гонке. Давай. На тракторе. Ну, наверное... Ну ладно, погнали дальше. Не будем тратить на него время, погнали дальше сразу же. Куда-то вот туда. Я пока, говорю, я не шарю, где появляются. Я примерно предполагаю, где может появляться, типа, финиш. Он, скорее всего, от зоны. Ну, пока не рассчитываю сейчас от зоны. Найс, 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 молодец. Вот, но если ты в середине, я не знаю, куда будет реально финиш, поэтому я смотрю на километраж. Единственное, что я понял, километраж лучше смотреть. О, здесь челики гоняются. Опа, там чел. А он там что стоит-то? Подожди-ка. А ну-ка, иди сюда, мальчик. Иди-ка сюда, мой хороший. А, он вообще вышел. А, он взял тачку. Форд Фокус? Либо миник он взял. А ну-ка, мальчик. Давай, заезжай ты, ёпта. Иди сюда, мой хороший. Иди. Иди сюда к папочке. Да-да-да-да-да, иди сюда. Туда, туда, туда гонка, он прав оказался, кстати, держу курс. Но мы должны его выиграть, потому что гольф фэр. Бля, дерево, 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 давай, еба. В целом гольф, он, ну, хорош, но у нас с того, что уровень рейндж вообще-то, как бы, ну, надо выиграть, как бы, нет. Бля, вот эти деревья, ты издеваешься, я вот поворачиваю, чтобы понимал, просто, блядь, плывет у меня. Поехали, мы не можем что проиграть, что это? Мы обязаны выиграть, я тебе говорю, мы обязаны. Пока по хайвейчику пойдем. А, он поехал там. Так, срезаем. Да, лишь бы дерево, лишь бы не дерево. Боже. In 400 meters, turn right. Да, ну мы как будто проебали, да? А нет, кстати, слышишь, он тоже дерево поймал. Да, блядь, деревья меня задолбали уже! Он какую-то стратегию выбрал, я не знаю какую, но я еду прямо напрямую. По-хорошему. Если я сейчас проиграю, ну, гольфу,
гольфу. Забей просто. Да, я понял, он по дороге погнал по хайвайчику. Красава, не, он выиграл, меня он выиграл! Бля, ну вот эти деревья, говорю, деревья. Я рот их ебал просто, блядь. Ну вот так нельзя было сразу, нет? Но он выиграл, он по хайвайчику, да, он красавчик, у него опыта больше, скорее всего. Он по дороге поехал, спокойно выиграл. Найс, красава. Пизду, блядь. Не хочу в это играть, ребят, я уже не хочу, реально. Я уже просто не хочу в это играть. Просто на рендже гольфу проиграть, как бы, ну, нормально вообще. Да я говорю, у меня пока опыта вообще никакого в этой игре нет. Вообще никакого опыта нет. Да, бля, я просто поехал напрямую, все. Хотя мог так же за ним поехать, ну ладно. И что, стратегию тоже надо выстраивать. Давай вот это все быстрее, скипаем. Неинтересная эта тема. Да, такое на самом деле, такое. Сейчас бы на ренджа проиграть бы гольфу. Нормально. Ну, такое тоже бывает. Да, ну, конечно, это обидная тема. Вот что? Что? Это обидная тема. Я говорю, я не люблю... Не люблю вот это вот место, деревья, то там, да, посмотрим, где мы вообще можем появиться. Здесь очень много деревьев. Здесь очень много, видишь, деревьев, здесь прям лес густой. По-хорошему нам появляться, блин, здесь везде лес, понимаешь? Здесь вот, ну, как бы херо знает, где появляться. Внизу появляться, ну, как бы тоже. По факту здесь большая часть карты — это просто лес. И этот лес, по факту, да, лучше объезжать по дороге, вот так, по прямой, если прямики есть. Ну, ладно, буду знать. Буду знать, как говорится. Ой. Да, ну конечно обидно. Просто найти рендж. Ну ладно. Бывает, как говорится, бывает. Давай того с тобой ждать следующую катку. Ластовую, я думаю, да? В этой серии, потому что, ну, посмотрим, я говорю, я четвертого, вот 4 катки всего лишь сыграл, по факту у меня опыт 4 катки, и все, 4 сессии вышибали, все. Да, ну, конечно, еще есть опыт с МФС и тому подобное, но это совсем другие игры. Ну, как, они одни и те же, только там, ну, чуть по-другому сюжет сделан, механика, вообще, в принципе, машина. Механика игры, вообще чувствовать машину, как там, ну, по-другому можно и тому подобное. Ну, конечно, ты понял. Так, давай мини-купер и погнали теперь. Там была одна, да, один. Погнали. Блин, я не знаю куда даже, понимаешь? По-хорошему, знаешь, куда поехать бы. Давай попробуем еще раз. Там же сейчас заспавниться. Где мы в прошлый, да, раз спавнились? Давай попробуем там заспавниться. Там один лут-то есть. Ну, причем шестерочка, это вообще забей. Здесь сейчас, может быть, там, наверное, сейчас не шестерка будет. Хотя, да, проверим. Может быть, там вообще по КД шестерки, пятерки падают, типа, ну. Блин, ну ты долго будешь загружаться или что, не пойму. Так, где я тогда спавнился? Вот здесь, да? Погнали. Погнали. Сгоняем. Ready! О, вон пока вижу здесь дроп. Ну, это шевин-палом, ладно. Шевин-палом, хоть что-то уже, понимаешь? То есть тут по КД в любом случае да будет, да? У нас с тобой какой-то лут. Так, давай все посмотрим. Тут ничего нету в случае. Там что-то я видел, да? Погнали туда, посмотрим сзади, что у нас здесь, есть какой-то лут или нет, тоже, может быть, и есть. Ну, все равно очень близко с тобой иду. Зон, да, посмотрим, вот так погоняем. Мне интересно даже просто посмотреть, изучить этот вопрос, потому что, ты понимаешь, я не шарю за это, вообще не шарю. Как бы, и мне бы... О, вот это тоже какой дроп есть, да? Теперь мне показалось.
Мне разве показалось? Нет. Опять шестерка. Форд Рангер. Нормально. Нормально. Ну то есть. Ооо, чел. Ну чел, понимаешь, на второй раз дают с тобой шанс. Понимаешь? Нам с тобой второй раз дают шанс просто выиграть. Второй раз нам дают с тобой шанс. Второй раз. Понимаешь? Так, ну в целом здесь, ну, локация, в принципе, хорошая, не спорю. Бля, Форд. Рангер, блин. Это рейнджер вообще-то 6. Да. Так, ну тут, короче, тут два лута, два дропа всегда есть в любом случае есть. То есть, видишь, уже второй раз подряд просто попал шестерку. Ну, пятерка, конечно, это пятерка. Но в целом мы туда шестерку получили, а нам сейчас попала пятерочка. В целом тоже неплохо. Еду, мужик. Еду на арену. Да, дизазон тоже, конечно, не забыть, но я понял. Так, ну давай, блин, надо из этого отсюда выбираться вообще по-хорошему. По-хорошему из этого... Вот давай куда-нибудь вообще вот сюда поедем. Куда-нибудь сюда, ну вот, поедем просто, и все, хотя бы туда. Надо кого-то искать, здесь никого нету, понимаешь? На втором уровне, это второй шанс в мире пополнить, понимаешь? Пятый уровень, да, пятый. Ну, в прошлый раз шестой, конечно, дали, но тут пятый, чё, но тоже неплохо, знаешь, что? Куда лучше, чем Шеви, там, вот, Шеви Кримпала, блядь. Так, это что за дроп? Четверка, ну вот гольф как раз таки. Не, спасибо, я без гольфа сюда попробую. Но чтобы не кататься, блин, нам нужно кого-то найти. Видишь, на карте, ну, почти никого нету. Он там не сейчас, но он в лесу, поэтому по дороге буду ехать. Погнали туда, как раз таки, правее, посмотрим, может быть. Как бы, почему бы... Ой, вот, просто жесть. Вон он катается, чел, давай его сейчас кратки побибикаем ему. Пофиг вообще, какая у него машина, какой у него уровень. Просто погоняемся уже. Что, ну как бы. Это что? О, здорово, мужик. Давай, погнали. Я думаю, туда будет. Я понял. Мерседес. Восьмой уровень. Нормально? СЛС вроде какой-то, да? Mm-hmm. Вот опять что уровень. Ну, он в целом нас выиграет, и не спорю. Хотя у него может быть сейчас, знаешь, что быть. Так, трудно. Хотя у него может... Он... Блин, почему он как-то... А, ну не, забей. Просто забей. Хотя, если он врежется сейчас куда-то, будет вообще неплохо, я тебе говорю. Будет нам неплохо с тобой вообще, я тебе говорю. То есть он, блин, вообще, что я делаю, как-то не так еду, но он выиграл, да, уже? Да, он выиграл, все, забей. Да. Ну... Ну, что поделать с этим? Ничего с этим не поделал, он выиграл, в любом случае уже. Да? Или нет? Подожди. Не, он выиграл. Да, конечно. Да. Короче, нужно побольше поиграть в эту игру. Подольше. Ой, будем вместе зарабатывать опыт, как говорится. Да. Что-то у меня опыта не так много. Я не шарю за это все дело. Ну как, чуть-чуть, относительно шарю чуть-чуть, но не прям сильно. О, Вилспин, давай, тачку мне дай, пожалуйста. Будет вообще хорошо. Под конец серии. That right there is one of the rarest cars at the festival. Машина, what can I say? Ну что тут могу сказать? When you play the Wheel of Horizon, не разменивается. You don't go home with a goldfish. Могу сказать, ага. Прикинь. Лего что? Speed Champion? Что могу сказать, собственно? Давай, наверное, это вот так вот с тобой остановимся. Так, а могу отменить эту? А могу отменить? Нет, не могу. Nice.
Давай с тобой на этом закончим, я думаю. Или еще одну сыграем. Не, давай закончим. Давай закончим. А, как, подожди, как я могу... Ладно, давай еще одну сыграем. Давай еще одну, ладно, сыграем. Еще одну сыграем как раз таки. Чего бы нет. Чего бы нет. И я думаю, на этом, в принципе, все. Закончим. Пробуем еще раз. То есть нам, видишь, два раза уже игра дала хороший дроп. Пятый, шестой уровень. И мы все равно просираем. Ну тут ладно, тут восьмой уровень был. Мерседес, он, в принципе, шпарит только так. И у него, наверное, побольше опыта еще у меня. Только, блин, пятую сессию играл. Ну это все отмазки, мы знаем. Надо попробовать сейчас выиграть. Надо попробовать выиграть. Ой. Давай опять туда же. Вот сюда. Давай вот сюда вот. Вот так вот. Заспавнимся с тобой. Тут два дропа точно есть. То есть в этой локации всегда два дропа есть. Всегда. Один, видишь, как мы заметили, второй, третий, первый, не, второй, третий уровень, скорее всего. А второй дроп, пятый, шестой, скорее всего, вот это четвертый, может быть, еще должен. Это же неплохо, неплохо. Что здесь? Ясно. Ну, сейчас сразу это будет меня догонять, да? Может догонять меня, да, но гоняться. Нет, отстань, мужик, отстань. Отстань от меня. Дай мне дроп найти. Бля, игра, дай дроп, пожалуйста. Дай дроп. Дай дроп, ты игра! Бля, ну это сурово, ребят, это очень сурово сейчас будет. Если я дроп не найду, это будет очень сурово сейчас. А я его не найду, да? Понятно, понятно. Но он быстрее меня, конечно, блин. Опа, дроп, 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 дроп. Классно взял. Бля, там Вольва была... Он Вольва как раз взял. Бля, вот он был... Не отбить, пока не шарю за все это дело. Ой, дерево. Чуть не поймал. Дом. Давай, давай. Ну давай, поехали, ладно, пусть его, поехали. Что ты? А, ты остановился еще. Ну поехали, что ты, блин, челик. Опа, там дроп. А вот это уже мне нужно. А вот это уже мне нужно. А вот это уже мне нужно. Только попробуй, только попробуй. Только попробуй, только попробуй. Да раз. Такой ты черт, конечно. Да, еще дерево поймаем. Ну, такое время тоже бывает. Это я смогу взять с тобой. А так еще возьмем. Ну, сам поможем. Народ, как говорится. Да. Ну, что это такое, блин? Почему он очень дропы, а я не могу взять дроп? Почему? Почему мне вот эти деревья попадаются все время? Почему? Боже. Зачем вообще сюда зашел играть? Нам хорошо, что вообще это объехать. Здесь что у нас было? Третий уровень. Найс. Да, он, наверное, подумал, что я взял дроп, поэтому он остановился там. О, чел. О, чел. А вот это ты зря. А вот это ты зря, чел. Блядь, дюля, готовь! Интересно поиграли, ребят. Интересная игра, на самом деле, реально. Вот очень, знаете, очень хочется сюда сейчас вернуться. Еще, да, очень хочется вернуться сюда. После вот этих всех кадров хочется вернуться, конечно. Хочется, хочется вернуться. Хочется вернуться, хочется. Реально хочется. Нет. Ну это без шансов, я не спорю. Это вообще без шансов, 100%. Меня ждешь или что, чел? Чел, ты меня ждешь? Подожди, подожди, подожди. А что? А что он делает? Ничего. Он встал. Он встал. Он подает мне или что? Я не пойму просто прикола. Он мне подался или что? Просто не понять прикола. Вон едет.
Ну чё, ты проиграл. Что? Понимаешь? И вот такое бывает тоже. Первый уровень унизил четвертый сейчас только что, понимаешь? Я же лансер беру. Хотя лансер он как бы туповатенький, чуть-чуть по коробке, как мне показалось, в нем каталось. А, не меня там. Десятый лансер. Держу в курсе. Чел просто проиграл. Я не знаю, почему. Потому что он специально подался, либо он что сделал. Чел просто вот так встал и все, и стоял. Ну ладно. Значит, шансы, ребята, у нас с вами есть. Есть шансы. Шансы у нас с вами в любом случае есть. Так, ну поехали. Вот тут по прямой. Вон, по прямой цепочке. Давай за ним поедем. Вон, едет. Сюда иди, мой сладенький. Сюда. Давай. Поехали, покатаемся. Поехали, погоняемся. Алло. Чел. Туда гонка, поехали. А ему похуй? Нет, он с ума едет, все. Так, нам на дорогу с тобой выйти для начала. Так, ну да, погнали по дороге сейчас. Бля, ты видишь, что его лансер быстрее моего, но это будет вообще кринж же. Это же будет кринж же. Да, я тоже об этом думал сразу же. Слови деревце, пожалуйста. Чел, ну слови ты дерево. Ну я его догоняю в любом случае, догоняю. Нагоняю, точнее. Да, нам, конечно, по дороге поехать, было бы вообще зашибись. Было бы зашибись, он там по дороге ехать с той стороны. Да только не дерево, пожалуйста, только не дерево, мужик, пожалуйста, только не дерево. Куда ты гонишь-то? Стоять! Врежься, пожалуйста, ну врежься-то, блядь! Врежься, тварь. Врежься, я тебе говорю, блядь, давай, десятый лансер, что ты делаешь? Десятый лансер, прошу тебя. Попал он? Да, он попал. Или нет? Попал. Просто меня, понимаешь, восьмой лансер что унизил. Просто восьмой лансер меня унизил сейчас. О, бля. Да. Но то, что мы с мини-купера унизили лансер, вот это, конечно, сильно. Но там чел что-то сам встал. Вот это интересно. Вот такое тоже бывает. Это очень интересно. Поэтому нужно играть до конца. Да. Ну давай, вилспинчик, давай. Крутани. Тачка попадет сейчас, будет хорошо. И, в принципе, закончим серию. Volkswagen Beetle еще. Блять, он что-то очень хорошо. Знаешь, что-то игра одаривает меня подарками, в принципе. Интересно, вообще, интересно. Ох, ох. Да уж. Интересно, конечно, получилось. А как, подожди, я хочу отменить, допустим. Как мне вот отменить? Нет, я не хочу, допустим. А если не хочу, башибалу сейчас. Как мне вот отменить ее? Можно ли как-то? Вышибала. Да. Нет. Подожди, а как? Я вот хочу, допустим, я не хочу играть сейчас вот вышибалу. Там вот она, где-нибудь, все. Так, ну поехали, если мы сейчас быстренько как-нибудь, не знаю. Даже не знаю как. Давай где-нибудь по дороге просто так будем ехать с тобой. Собственно, на этом надо закончить серийку, да, уже и так длинная получилась она. Итак, что у нас длинная она получилась, серийка, да, как говорится. Вот. Как-нибудь вот так вот попробуем. Давай как-нибудь вот так вот. Вот так как-нибудь с тобой сделаем. Такая серичка получилась, да? Спасибо за просмотр. Какая серичка была.
интересно. Вышибал прикольно, но, говорю, надо понатаскаться опыта, во-первых, да. Во-вторых, пройдем сейчас с тобой Horizon 4, 100%, потому что мне очень интересна эта игра. И тебе, надеюсь, тоже. Вот. И я думаю, будем наказывать вышибали, будем наказывать, очень сильно вышибали будем наказывать. Но, говорю, пока что нужно понатаскаться опыта. Спасибо за просмотр, такая серия была. В принципе, все. Увидимся в следующих сериях. Давайте.